Тюмени прошли соревнования по отжиманиям на брусьях. Участие в нем приняли несколько десятков спортсменов, а судьей выступил чемпион мира по силовому воркауту Денис Саратов, приехавший из Москвы. На самом деле я не удивлен, здесь воркаут-движение очень развито, поэтому я только рад, что столько спортивных и активных ребят. Сам Саратов отжимается на брусьях более 400 раз. Он является мировым рекордсменом по этому виду. В классических отжиманиях от пола результат Дениса составляет более 1000 подходов. Подобные цифры главного судьи заставляли тюменцев показывать свои лучшие попытки. Георгий Зайнудинов сделал 37 повторений, что стало его личным рекордом. Появился такой стимул доказать, что ты можешь больше. Тем более такой человек, как Денис Саратов, рекордсмен по отжиманиям на брусьях с весом и без веса, собственным весом. Соревнования состоялись на новой спортивной площадке вблизи центра дзюдо.